Огромное количество льгот, огромное количество налогоплательщиков, которыми пользуются. Все это требует применения современных технологий, обработки информации, технологий, которые позволяют быстро за очень короткий срок различным образом группировать эту информацию, собирать ее. В этом смысле, конечно, мы не смогли обойтись без помощи Федеральной налоговой службы. С точки зрения экономики, тоже смотрим на целый ряд показателей. Ключевой из них, естественно, является уровень инвестиционной активности. Все мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции росли, и мы на это обращаем самое пристальное внимание, то есть как соотносится тот объем льготы, который требуется там, для реализации проекта, с тем, все-таки, а сколько сама компания, а не только государство, готова инвестировать в проект.